Поставки Китаем оружия России для ее наступления в Украине станут красной чертой для Евросоюза, предупредил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на полях встречи министров иностранных дел в Брюсселе. Перед началом встречи Боррель заявил, что высокопоставленный китайский дипломат Ван И заверил его в том, что Пекин не будет поставлять оружие РФ. And asking him not to do that, and expressing our not only our concern, but the fact that for us it would be a red line in our relationship. He told me that they are not going to do it, that they don't plan to do it, but we will remain vigilant. Официальный Пекин в понедельник также отверг вероятность того, что рассматривает поставлять оружие России. Как о том ранее заявил госсекретарь США Энтони Блинкен перед встречей с президентом Турции.